Всем привет, друзья! Хочу показать, в кого убираем дом. Вот, смотрите, какая красивая машина стоит. Это мичиганский полицейский. Он сегодня выходной, и машина дома. Уже мы убрали, сейчас будем ехать. Молодой. Такие трое детей у них. Где-то года. Может быть, такой, как я. Такие. Такая классная машинка. Когда наш Давид был маленький, то он... мы жили на апартментах, и вот такие там, ну, проезжают, проверяют, знаете, чтобы ничего, никаких там проблем не было. То есть Давид всегда ему рукой так махал, и он останавливался полицай, и он говорил, ну, видит, что дети маленькие. Покажи мне машину, включи мигалки. И вы представляете, такие интересные. Даже в машину садился, чтобы он посмотрел там, как... Ну, ребенку было интересно, и полицейский тоже, видимо, такой хороший. То он ему все показывал, сигнализацию эту, мигалки эти включал, когда сирены или как оно, как он, как едет, то и... Ну, короче, он все показывал, рассказывал без проблем. И ему очень это нравилось. Так что, ой, как скользко, лишь бы. У нас снова снежок, друзья. Зима хорошенькая, прохладненько, так что уже едем домой. Не домой, поеду в Костко магазин сегодня заедем после работы. Это посмотрим, что там, как там. Уже, друзья, еду я домой. Убрали мы дом. Сделаю такое видео, мой день сегодня. То это уже еду домой. Были в Костко, заезжали. Очень большие, хорошие скидки. Видео тоже сделала. Приеду домой, даст Бог, смонтирую и покажу вам. И сегодня еще нужно ехать. Сейчас уже у нас второй час 25. И на 3:30 нужно везти еще Марику к зубному. 50 минут, может быть, 55 минут езды в одну сторону. То не знаю, может быть, муж дома, может быть, его отпровожу. Если, конечно, он не занят, если нет никаких там у него дел, работы. Потому что его тоже то сделать, то масло поменять в машине нужно. В той его, что он работает. Ну, а если будет занят, то повезу я. Ой, как эта машина прям на мою полосу выезжает, кажется. Дороги у нас, смотрите, какие хорошенькие, чистые, сухие. Сильный ветер. Сейчас у нас по Фаренгейту, друзья, 16. В понедельник у нас было 40, представляете? Так было тепло, хорошо. А снова упала температура и 16. В других городах, Гранд Рэпидс, Детройт, говорят, что был такой шторм ледяной. Очень много машин в Кувейте там снесло, потому что очень скользкие дороги. Просто был лед. Нас, слава богу, пронесло, как говорится. У нас ничего не было, просто был такой немножко ветер. Но льда у нас нету. Так что... Убираем, друзья, я немножко там засняла вам, убираем мы дом маленький такой, убираю вдвоем с подружкой, когда-то раньше, это где-то еще, упс, коробки падают, мои покупки в багажнике, когда-то раньше, то я убирала сама, и вы знаете, оно как-то очень стало болеть мне рука, потому что домов очень было много появилось, и я взяла свою подружку, потому что, ну, прям... Ну, не хочется ехать, ты едешь сам, оно неинтересно, знаете. И мы стали вдвоем, и так классно вдвоем, весело, прям, ну, сколько убираешь, столько и разговариваешь, знаете, и в магазин вдвоем заедем, и в ресторан, и в кафе, после работы у нас, нам нужно постоянно, ну, редко бывает, например, если спешит кто-то, или она, или я на какой-то там appointment, или детей везти, или у нее там
к зубному или куда-то, то это редко, но мы уже так не заезжаем, например, если спешит кто-то. А так обычно и туда, и туда, и в тот магазин, и в тот магазин. И оно, знаете, так вдвоем оно весело. И уже мы много лет убираем, ну, уже где-то... Я в доме живу уже 5 лет, это будет летом. А мы еще, ну, может, где-то 7-8 лет, может быть, мы убираем. Где-то так, да, вдвоем. И очень хорошо. Советую, друзья, кто сам убирает в Америке, трясется камера, то советую вдвоем с подружкой, так как мы. То это мы убираем этот домик, он сам полицейский. Молодые они, детки у них маленькие. Такие детки, я не знаю, ходит кто-то в школу уже первый класс или нет. Может быть. Два мальчика и девочка маленькая. Ну, у меня такие большие дети, американцы, они, знаете, они поздно женятся. Не, ну, могут там 26, 30, вот так. То он полицейский, такая классная машина. Они уезжают из дома, когда мы приезжаем, их уже нету. И один раз мы приехали, а он еще был во дворе, ее муж. И я говорю, о, какая... И эта машина стоит. Я говорю, какая у тебя классная машина. Он сразу понял, что я это на эту. Да, о, да, говорит, да, хорошая. Но сегодня я как бы не работаю. Сегодня у меня офф. Я выходной. Да, так что у нас есть знакомый полицейский. Но это ничего не значит, друзья, если даже, например, если я нарушу какие-то правила, да, или скорость превышу большую до такой степени, что меня остановит полицейский, и это будет мой друг, это в которого я убираю. И если так получится, что, ну, мы так встретимся, все равно он не имеет права там мне делать какую-то скидку или что. 100%, что он выпишет штраф, тикет, как обычный. Так что нужно, я стараюсь ехать так, сколько положено. Где 55, то я еду, ну, 60 разрешается так. То так я стараюсь и держать дистанцию такую. Потому что если получить штраф, то оно здесь очень дорого. Ты заплатишь за штраф $120 плюс идет этот штраф на твою страховку. Они сразу отсылают, и страховка видит, ага, ты плохой водитель, ты зарабатываешь тикет, и тикет это штраф. И, ну, нам такой шофер не... Ну, зачем он нам? Он нехороший, он не плохо ездит. И страховка поднимается, они поднимают. Дороже будет. А если ты не зарабатываешь штраф, хорошо ездишь, то это нормально, хорошо. Ох, уже я подъезжаю домой. Снега у нас еще много, или скорее бы весна. Так хочется. Я так люблю, друзья, весну, когда она настает. И такое чувство, а то покупать семена, рассады, знаете, во дворе там загребать. Уже все так, снег растает, солнышко греет, травка зеленеет, солнышко блестит, да. То оно так, хорошее чувство. Я думаю, оно у каждого такое. Так что уже ждем весну. И это радует, потому что уже у нас сегодня 3 февраля. Это же не декабрь, а февраля. Так что, даст Бог, дождемся весны. И буду вам все показывать, как у нас здесь весной. И все такое. Да, муж работает. Вижу трак. Работает эта машина. Что-то он здесь ремонтирует, наверное. Или, может быть... Ну, не знаю, сейчас спросим. Друзья, я снова в дороге. Это уже едем на appointment. Везем Марику к зубному доктору. Там я что-то буду делать. И вот смотрите, какое у нас озеро. Ой, какое холодное оно сейчас. И немножко было льда вот так по краям. Вот это чуть-чуть здесь осталось. А так я вижу все. Все растаяло. Вот здесь нету возле берега льда.
летом. Так красиво здесь, так тепло, так хорошо. Нам очень классно, что у нас здесь есть озеро, здесь есть куда поехать. Прям можно сказать, живем на отдыхе. У нас каждый день отдых. Ну, конечно, зима есть, не так, как там на Флориде всегда лето. Но нам здесь нравится, красиво. И дорога хорошая. Как раз успеваем, нам на 3:30, сейчас уже 3:29. Я переживала, что не успеем, уже мы подъезжаем, еще минуточка, и будет как раз хорошо. Все, друзья, уже мы приехали, и мы с Мирославой будем ждать Марику. Марика уже пошла. Обычно где-то будет минут 40, может быть, и около часу, пока она там справится. То мы будем сидеть, потому что немножко устала я сегодня, по Костка там ходила очень долго. И на работе была. Как раз приезжаю домой, муж меняет масло в машине. Я думала, его отправлю сюда на appointment, но не получилось. Не повезло мне, как бы я должна была везти, потому что он занят. И вот рядышком здесь, там впереди у нас есть такой... Не, у нас это уже другое село, как бы сказать. Это 50 минут от нас, Мирося, или 55. Ну, смотря как ехать, конечно. Дороги хорошие, ты быстрее заедешь. То не пойду в тот Гудвилл. Думала пойти, заснять, показать вам. Но я недавно там была, вам показывала. Может быть, недели две назад. Чистка зубов была у Марики тоже здесь. А сегодня посижу, потому что уставшая. А еще ж планируем. Это планируем. Сейчас она придет. И мы уже все оделись. Сразу приготовились. Кроссовки взяли. И еще, друзья, поедем в спортзал. Так что и там еще немножко замучимся. Устанем. Так что не пойду в Гудвилл. Посижу здесь. И что хочу сказать, друзья, что... насчет спортзала у меня спрашивала одна подписчица, чтобы я спросила, сколько стоит тренер, просто ради интереса, и очень просила, там в комментарии я написала, то вчера мы спрашивали, если ты, он сказал нам, если ты membership, ну там все membership, потому что тебя без записи, без той карточки туда никто не пустит, и нам нужно за все это платить, там быть, то бесплатно. Если ты там записан, то бесплатный тренер. Ну, многие пишут, чтобы я себе взяла тренера. Не знаю, друзья, как-то не хочу, потому что с тренером нужно это время, как бы назначать, под него тоже подстраиваться. Вот, например, мне тогда не выходит, а ему тогда выходит. То не знаю, пока не буду. Будем так сами ходить и заниматься. Так что вот так. Но я тоже удивилась. Я не думала, что будет бесплатный. Ну, сказал, что бесплатно. Это нормально. И солярий там есть. Кто любит под лампами загорять, тот туда идет и там загорает. Хотя я туда не хожу. Я его не приветствую, друзья. Ну, это... не ну, кто как понимает, знаете. Это каждого дело то. Я люблю летом на солнышке загорать возле озера. Скорее бы это лето уже, чтобы было тепло. Так что будем сидеть и ждать. Сейчас вам покажу одну штучечку мою любимую. Когда мы ездили в тот магазин, где шапки, где Alpeca, да? Alpeca, Мирося, правильно? То вот мы купили эту такую штучку, помните? Вот. Это натуральное, оно такое мягкое, мягкое. И я взяла это оно в машину, чтобы цеплять. $15 вроде бы, да, Мируся? Такое мягкое, эта шапочка хорошая. То, когда я езжу, то оно мне не мешает. Вот здесь я цепляю, и оно так красивенько. Но когда муж едет этой машиной, оно ему мешает, убери, говорит. Или сам убирает. То я люблю такую маленькую красоту. Страховка Марики на зубы, друзья, покрывает. У нас Medicare.
такая страховка у нас, то эта чистка зубов ей бесплатно. И это сегодня что буду делать, Мирося? Я так и не поняла. Пломбу ставить или нет? Или что-то покрывать каким-то? Да. Ну что-то, когда была чистка зубов, они сделали, и это назначили еще. Или пломба, может быть, какая-то там дырочка появилась, или что, ну. Ну, мы смотрим за зубами. Я их постоянно, регулярно вожу на чистку зубов. Так что у них зубы красивые, хорошенькие. Браслеты уже в Мирося наша относила. Зубы ровные, а это еще Марийка. Ну, и еще Давиду говорю, чтобы тоже себе поставил. То, не знаю, он уже у нас такой, знаете, более взрослый, то пускай сам решает. Ну, они нормальные, красивые, ровные у него, но все равно можно немножко. Ну, то, может быть, в будущем сделает себе. Ну, это только за чистка зубов бесплатно, а браслеты, то страховка не покрывает. Платим мы деньги, очень дорого здесь. Такие эти, брекеты, наверное, то это я всегда говорю, браслеты, брекеты, то Марийке мы заплатили $5,500 нужно, это их нужно заработать сначала, то первый взнос 1200 или 1000, наверное, и затем еще каждый месяц по $200 там даешь или карточку, или так платишь, чтобы высчитывать, они ему могут высчитывать с карточки, а можно каждый месяц ехать и платить. Так что вот так. Немножко я уже, Мирося, устала. Может быть, не поедем в спортзал? Ну, они так хотят. Я вот это уже ради них еду. Ну, конечно, и мне тоже нужно, не помешает. Еще как нужно. То будем стараться, друзья. Стараться ехать и заниматься. Обычно мы занимаемся час. Как-то уже, ну, дальше уже нету силы. Уже уставший, устаешь быстро, то, ну, хотя бы час. Это уже нормально. Если не ходили, совсем не занимались, то это супер. Так что встретимся, друзья, возле спортзала. Нету времени, едем в спортзал, в джим, ты говорила. Сейчас очень холодно возле озера. Да. Это все, друзья, гостиницы.
рядышком сейчас будет магазин тканей, то сейчас как-то не еду, нету времени. Чуть не упала. А раньше то все ездила сюда, покупала и тушила себе те рукавички. Сейчас заеду вот сюда на 5 минут. Мы даже не будем выходить из машины так вблизи. Проедусь, покажем озеро. Да, куда мы летом приезжаем? Это вот сюда. Ну, не сюда. Ну, я думала, сюда? Нет. А здесь и не видно. Здесь лед возле берега. Видите, да, они будут заезжать. Ну, какие-то машины стоят. Нам значит сюда. Приехали уже мы в спортзал. Так, где вы еще? О, парковочка, вот. Сюда ставим, потому что там все занято. Сейчас посмотрим, много ли людей будет. Мы вчера были в 6 вечера. А сегодня 4:15. Смотрите, какая грязная уже. Недавно мыли, но что-то снег-то. Все, идем заниматься. Много людей, машин много на парковках. Это Мирослава так качает пресс. Я на другой машине пресс. Это Марийка пресс качает так. Три машины есть для пресса. И там еще в комнатках есть. Ух. Вот такой наш денек. Уже скоро будем ехать. Занимались, поработали хорошенько. Будем ехать уже домой. Уже у нас вечер. Буду ехать, друзья, отдыхать. Мороз у нас на ночь.